Добрый день. Что-то не получается. Скачал файл, который был выложен на форуме. И открываю его. Итак, выделяю фрейм. Отсюда нужно что-то убирать? Я не знаю. Если нужно, скажите. Может, если нажимаю просто выполнить сценарий. Это все, что я получаю. Давайте я уберу. Нет, все равно не работает. Что не так, я не знаю. Спасибо.